зашли в этот закуток, который получается вот как раз с блоками зданий, и мы повернули не там, где обычно ходим, а повернули наверх, где вот этот пятачок, где там оранжевый павильон, и прямо скажу, ну, увидели, когда там лицо из определенного места жительства со всем ароматом вытекающим, да, вот, и, честно говоря, у меня тоже возник вопрос вообще, во-первых, павильон на месте там или нет.